Всем привет! Я наконец-таки это сделала. Я записываю видео о том, как открыть банковский счет, а точнее, как получить банковскую карточку в Таиланде. Первое, что нужно сделать, это отправить в миграционную службу Таиланда и открыть резидентский сертификат. Чтобы его открыть, необходимо заполнить форму ТМ-30, которую можно получить прямо в самой миграционной службе. У них там бланки есть. Также есть образцы, как правильно нужно заполнять. Далее, вам необходимо ксерокопировать договор аренда жилья. У нас это был договор об аренде кондо на полгода. Этого, в принципе, хватило. И еще нужно будет занести комиссию 300 бат. Ну и плюс, естественно, вам необходимо будет отксерокопировать ваш паспорт заграничный. Это первая страница и страница с визами. Далее вы все это отдаете в определенное окошко, берут комиссию, вы садитесь в зал ожидания, и вас